Книга «Открытым оком», вопрос 439. Откуда произошло слово «православие»? Баптисты говорят, что это слово придумали люди, и что вера во Христа называлась евангельской. Как их переубедить и убедить, что они не правы? Отвечает Игнат Тихонович Лапкин. Нам их не переубедить и не убедить, потому что они правы. Филиппийцам 1 глава 27 стих. Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу вас или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую. Слово православие вообще отсутствует в Библии. Нам тут ничего не доказать, но объяснить желающим знать мы можем, так как сословие Бога – это занятие всех небесных сил, а человек стремится именно к этому. Исход, 6 глава, 3 стих. И взывали они друг к другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». Основное сословие в Церкви Христовой было «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу». И это не просто слова, но потребность души и заповедь. 1 Коринфянам, 6 глава, 20 стих. «Ибо вы куплены дорогой ценой, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия». Корень слова «слав» в Библии встречается 964 раза и «бесславие» 33. Нужно было определить, в каком отношении находится Отец, Сын, Дух Святой. Равны ли они, одинаково ли достойны славы? Еретики, ариане, а из современных еговисты, им подобные, не признают равенства Христа Бога Отца, а считают Его тварным, хотя и высшим всего сотворенного, а Дух Святой всего лишь движущий силой, исходящей от Бога, но не третьим лицом. Чтобы отделить себя от еретиков, и было взято название, правильно славящее Бога. В этом включалось следующее. Бог Отец равен Богу Сыну, равен Святому Духу, и си три суть едины. И осудить за слово православные наших праотцов никак нельзя. Слово баптисты, адвентисты, пятидесятники, таких названий тоже нет в Библии. Тем более такое трехэтажное название. Евангельские христиане-баптисты. Пусть покажут хоть одно слово в Библии, где бы так назывались христиане. У баптистов тоже много есть того, что нет в Библии. Их название – кафедра, старший пресвитер, сборник духовных песен, ВСХБ или совет церквей. Женщинам быть без платка, мужчинам бритыми. Каждому самовластно толковать Библию, называть себя евангелистами, хотя в действительности евангелистов за всю историю было только 4. Даже воскресенье, день первый, нигде в Новом Завете так не называется, не указан возраст для крещения и бракосочетания. Здесь они полностью уступают мирским законам и другим.